том же формате продолжается игра. Ух ты, вот это момент! Ну да, здорово! Арки были вчера. Да, кто бы я? Ну, сегодня действительно показывает. Спиридонов, бросок и Бояркин. Великолепен сегодня. Ворот. Это Бояркин. Стараются, борются и царапают на каждом участке. Опасный момент, Бояркин! Здорово! Ай да, Никита! Да. Вот момент бросать! И не успевает Кобяков добивание! И шайба! Шайба в воротах, она залетела! Не удавшийся на ворота. И тут, конечно, момент не совсем такой приятный. 2-0 в Рудном во втором периоде. Оскар Вилборисов. Ну и у нас 1-1. Видимо, Евгений Королёв Каролинского куда-то припас с другими. Бояркин активненько так среагировал. Лызин. Нет, это Зеленков. Хороший момент и шайба в воротах! А кто бы... Сколько я вот говорил буквально недавно, 72 очка, да, и... Ох, момент! И везет! Сегодня везет, честно говоря, да. Смотрите, если на линию обороны, вот здесь может хороший момент получиться. Бросок и 3-1! Вот она! Вот она, слаженная командная игра в воротах соперника. Единственное, что не хватает, конечно, сухарика для Бояркина. Зеленков сам в зону входит. Ну и, кажется, подобрали ключи. Бросок! И 4-1! Вадим Зеленков исполняет дубль в этом матче! Вот! Вот нужно было ждать какого момента именно сейчас, именно в таких играх! И побежал Евгений Каролинский, мешает ему один, хороший момент и пятая шайба в воротах, и Евгений Каролинский. Время сейчас играет на хозяев площадки. Хорошая передача, бросок и шестая шайба в воротах, а это уже Андрей Голиков. То, что седьмое место сегодня займет, давайте, да, можно сказать. Но отыграть 5 шайб, мне кажется, это не совсем реально. Каролинский пошел за дублем. Бросок! И Евгений Каролинский выполняет дубль. Но сегодня матч дублей можно назвать. А Вадим Зеленков дубль, Евгений Каролинский дубль. И все-таки мне кажется, что там Пальтак тоже был оформлен дубль. Ну ладно, не будем... Константину Пальтагу. Далеко второй период идет в Санкт-Петербурге, поэтому будем параллельно, так скажем, заглядывать одним глазочком, если получится, 2,5 минуты. Ну и пользуясь случаем, хочется, конечно же, вновь. Ох! Ох! Что это было? Даже никто и не заметил, и не ожидал. Но мне кажется, на фоне 7 шайб заброшенных, вторая оборота Бояркина, она так... 7-2. С таким счетом заканчивается матч. И это вторая победа. И Темиртау поднимается на 7-е место турнирной таблицы. Да, обыгрываем. Матч комментировал Сергей Янабаев. Оператор трансляции Сергей Хромов. И режиссер трансляции Александра Белова. Спасибо всем большое. Огромное, конечно же, спасибо Никите Бояркину за эту игру, капитану команды Евгению Каролинскому, Вадиму Зеленкову, ну и всем ребятам, которые приложили свои силы для этих побед. Но главный бой впереди.